Всем доброго времени суток, с вами, как всегда, я Дезертир. И я хочу сказать, что я немножко расстроен. Расстроен я тем, что нам пришлось удалить 21 человека из турнира. Чем это обосновано? Ну, наверное, тем, что, к сожалению, люди не читали правила или не знали, что им что-то надо сделать. Но как бы мы обо всем предупреждали, мы заранее говорили. Возможно, вы нас как-то не так поняли. В любом случае, я пишу проблемы, которые были нами найдены. Одна из первых проблем — это, к сожалению, недоступность профиля одного из участников. И мы физически не могли, ни я, ни мой напарник Эл, зайти к нему, соответственно, в профиль через Battle.net. Просто страница не была найдена. И поэтому, так как мы не знаем, кто он, что он, мы вынуждены его исключить. Одним из важных параметров было то, что у вас должна быть лига в этом сезоне. Люди без лиги в этом сезоне не принимаются, потому что мы смотрим именно на то, кем вы являетесь сейчас, а не на то, кем вы были. Поэтому, да, есть, например, некоторые мастера, которые попали сейчас, потому что они, допустим, заработали во время ходса, когда это было сделать еще относительно легко. Возможно, как-то они попали, потому что сейчас есть там и платины, и бриллианты, но раньше, например, была максимальная лига мастер, ну, как-то так. Также, естественно, был параметр мастер-лиг, и те, кто находятся в данный момент в мастере, они тоже не попадают на этот турнир. Но самым важным нашим с вами правилом было то, что у вас должно отсутствовать новое дополнение, то есть Legacy of the Void. И те люди, которые пришли на игру, имея это дополнение, автоматически исключаются. Таких людей довольно много. Их 7 человек, если быть точным. Проблема в том, что я не знаю, зачем вы зашли. Скорее всего, вы зашли там, чтобы выиграть своему другу дополнение. Но нет, это так не работает. Мы изначально говорили о том, что вы должны не иметь этого дополнения. И в таком случае вы получаете возможность играть. Но так как нас никто не слушал, появляются такие люди. Что я хочу сказать, ребята. Я надеюсь, что игры будут интересные. У нас очень хороший состав. У нас есть и бронза, и серебро, и золото, и платины, и даже бриллианты. Причем последних у нас довольно много, их целых 11 человек. Я думаю, что бронзе с серебром, золотом и платине будет просто очень весело играть с бриллиантами. Ну а что сделаешь? К сожалению, жизнь такая штука. Обычно у нас набиралось 1-2 бриллианта, но тут, видите, подарочек хороший, и людей стало побольше, поинтересней. Будем надеяться, что игры будут хорошие, качественные. Ну а что хочется пожелать? Чтобы победитель насладился своим подарком, чтобы ему понравился Волк, чтобы ему понравился Лотф, и чтобы все было у него хорошо. В любом случае, скоро начнется турнир, не забывайте на него приходить, вы должны быть в 5 часов, напоминаю вам еще раз. 5 часов по московскому времени, начинаем стрим, и это крайний срок, когда вы должны быть. Те, кто окажется в турнирной табличке на первых местах, если вы не приходите, мы вас временно опускаем до конца турнира, ну, примерно, грубо говоря, да, то есть если вы приходите, например, вы идете следующие, если нет, то идете, когда придете. Но если вы не успеваете до окончания турнира в сегодняшний день, то вы исключаетесь автоматически. Я думаю, что это как бы понятно. Вот такие дела. Ну, а с вами был, собственно, Дезертир, всем спасибо за внимание и пока-пока.